Понимаешь, это, блядь, знакомиться с 16-17-летними ребятами, в вашем возрасте, девочкам, я говорю, это абсолютно бесполезно. У них свои шаблоны восприятия, они никогда вас не увидят. Я сам по себе знаю. Я первый раз влюбился, типа, блядь, в 16 лет, ей было 15, и она долго меня мурыжила насчет секса. Через где-то только через месяца через два я с ней потрахался. Это был мой первый секс в жизни. Я ничего не понял, странно. Короче, в душ пошли. В душ пошли, я ее увидел первый раз вот такой, голый. И такой, блядь. Блядь. Ну почему она не охуительная? Я вам хочу сказать, она не то, что охуительная, она, блядь, мега охуительная. Вот то, как я сейчас воспринимаю женщину, для меня это, блядь, тело ее, это само, блядь, сам оргазм был. Это все каждый... Такая она была... Пышечка, блядь, пончик. Не пышечка, она была такая, чуть-чуть полненькая. Ну, это она была охуенная. Ну, мое сознание в 16 лет такое, сиськи, должны были такие, блядь, тарточки, как вот, знаете, мое представление о женщинах было из этих порнографических карт, блядь. И то там рисованные были такие телочки с сосками вдернутыми. Ну, это же пиздец уебство. Это вот в 16, 17, 18 лет именно такое сознание будет. И вас всех, девочек, эти молодые ребята, так и будут воспринимать. Чмырить вас будут и, блядь, унижать, и развивать вас, запускать у вас всякие комплексы и фобии. Общайтесь со взрослыми мальчиками, начиная от 25 лет. И будет заебись, они уже более-менее уже начинают понимать, что, блядь, как... женщина – это то, как ты ее воспринимаешь. Вот. И если ты умеешь в ней увидеть, блядь, на что она способна, на что она готова, то она это и делает ее красоту. То есть красивой делать ее вы сами, а не то, что вы пытаетесь увидеть. Вы столько женщин, столько девочек пиздатых проебываете из-за своих представлений, из-за своих шаблонов в голове, что просто, жизнь вообще, я проебал практически такое счастье, такое количество охуительных женщин в своей жизни. А уже все, не вернуть этого уже, этого возраста, когда тебе 16-17, когда тебя ебашит гормон так, что никакие наркотики не нужны, чтобы просто улетать так, что вообще... А сейчас уже это сложно. Потому что уже все.